На днях попал на сайт Брестского горосполкома, на котором нашел объявление. И непосредственно решил зайти и поинтересоваться, что это за мероприятие. Объявление о том, что на базе управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома пройдет очередной день предприятия, получило серьезный отклик. Возможно, потому что кадры для работы набирает новое для областного центра предприятие – английские окна и двери. В Беларуси регистрацию оно получило в начале 2019-го. Однако компания давно и хорошо известна за рубежом как производитель с высокой маркой качества выпускаемого продукта. Мы зарегистрировали фирму «Английские окна и двери» совсем недавно. И очень приятно, что когда мы обратились в городскую администрацию за помощью в организации этой встречи, нам помогли. Здесь мы планируем найти себе ряд специалистов, которые первыми придут к нам работать. Это станет продолжением моего дела в Польше. Практика проведения дней предприятий показывает, на такие мероприятия приходят и те, кто не имеет постоянной занятости, и те, кто хотел бы изменить вид деятельности. Всего в 2018 году, благодаря этим открытым встречам с представителями различных организаций, работу получили порядка 400 человек. Это первый у нас такой заявитель, именно иностранный учредитель. Вот. Ну, в принципе, почему нет? Мы работаем с иностранными учредителями, тем более, если фирма открывается в городе Бресте, и работать она будет в городе Бресте, и люди будут работать в городе Бресте, получать достойную оплату труда, вот, расширять свои возможности, потому что продукцию они делают иную немножко от той продукции, которая производится у нас в городе Бресте. Поэтому это и расширит и профессиональный опыт у людей, и даст им возможность заработать. Сегодня предприятию «Английские окна и двери» нужно несколько десятков специалистов разного профиля. Это столяры, маляры, монтажники, а также люди, имеющие опыт в сборке фурнитуры. В будущем кадровый набор будет увеличен. Учредитель – это гражданин Республики Польша. Он хочет здесь работать, развивать рынок труда наш, белорусский. Планирует набор людей на первоначальном этапе до 30 человек, расширять свое производство, если все хорошо пойдет, до 200 человек. Это предприятие «Английские окна и двери». Мы открываем год с дня предприятия. Мы надеемся, у нас эта тенденция пойдет и на протяжении всего года. Сегодня у нас подбор для мужских специальностей. Это у нас и слесарь, механосборочных работ, и монтажники, и наладчики, они набирают людей, и станочники, очень заинтересованы в рабочих руках, и планируют и стажировку, и обучение на своем предприятии. Сегодня организаторы формируют список предприятий, нуждающихся в кадровом резерве. Информация о проведении следующих мероприятий будет размещена на сайте горосполкома и на официальных интернет-ресурсах.